Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi A3. Сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек. Открываем настройки. Проходим в раздел «Система». Выбираем сброс настроек и нажимаем «Удалить все данные». Нажимаем «Удалить», «Удалить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.